Все началось 6 лет назад с участия в акции «Посади дерево». Тогда семья Пустоваловых высадила в Расторгуеве свои первые сосенки. Потом глава семейства разбил сад возле дома матери в Рязанской области, а затем принялся и за свой двор видным. Посадил 2 сосенки под балконом, потому что у нас рябина засохла, потом мы спилили. Ну, посадил их, потом со старшим по дому поговорили, где, говорю, а можно здесь посадить еще? И тут в этом году я посадил порядка, наверное, 90 сосенок. Так появились 2 сосновые аллеи с 2 сторон дома 19А на Советской улице. Пока сосенки еще совсем маленькие, поэтому Александру приходится следить, чтобы их случайно не затоптали и не срезали во время покоса травы. Но, к сожалению, находятся и те, кто осознанно вредит зеленым насаждениям. Я в очередной раз вышел посмотреть на свои деревья, прошел до конца аллеи и увидел, что там мангал, и в этом мангале лежат мои обгорелые колья. И также там была сожжена и выброшена самая высокая сосна. По мере возможности Александру помогает и его старшая дочка Алина. Она рассказала, как трепетно отец следит за состоянием растений. Он их и поливает, и ухаживает, и где-то колышки поставит, где-то подвяжет ленточку. Это все так замечательно, когда проходят некоторые люди, прям так приятно смотреть, всем нравится, мне тоже. Соседи Александра тоже принимают активное участие в озеленении двора, сажают кустарники, цветы и деревья. Наш герой ухаживает и за их растениями, поливает и подвязывает по мере необходимости. Больше, говорит, пока сажать не планирует, но все может быть. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.